Сегодня Оля пригласила меня на вечеринку. Я не могу взять тебя с собой на вечеринку, понимаешь? Это опасно так ездить котиком. Котиком так ездить опасно. Спрыгивай с этого поезда. Атмосфера у нас очень приятная. Варганчик вот здесь. Костер. Все контактятся. Контакты. Контакты. Как я вышел на перекурчик, у меня, конечно, масала чай. Что же еще? Вечериночка была супер, вы видели, шаманские напевы, медитативность, супер, нужно будет еще раз сходить сюда на следующую вечериночку. Всем привет! Пис-пис.
Вот, ну что, мы поехали смотреть, короче, цены у конкурентов, получается, на овощном рынке, на овощной точке. Вот, нам, короче, индус предлагает открыть овощную точку с фруктами и овощами. И мы сейчас будем пробивать цены конкурентов. Вот, мы, значит, приехали в Chinese Bowl покушать. Кушать. А так как мы знаем, что здесь готовится все минимум 40 минут, то мы сейчас отправляем Эдуарда. Марин, Эдуард, go to the mission. Отправляем Эдуарда за картишками. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. И все. И день закончился. Вот так каждый день в Гуае происходит, ребят. Ты проснулся, поел, съездил, панамку купил, и день закончился. Так я забыл, сколько карт? 4? Тебе 3, а нам 4. Ой, получается, выиграл. Выиграл раздачу карт. Ой, Олег, ты берешь. О, Олежек. Да, реально беру. Мне даже перевести нечего. Саня, ты тоже. О, Сань. Блин, еще и мазь какую-то кинула, непонятно. Ну? Фройд. Пики. Задумался. О, я хожу с пики? Да. Да. В идеале с короля. А то выйдет. А он выйти хочет? Да, он да, пики заказал. А, он заказал пики и хочет выйти? Ах ты жук такой, хочет он выйти на пики. Ладно, выйду на короля. Блин! И Саньку пришли драники, и тест-драйв драников, пожалуйста, так? Драники... За нас с нами. Драники. За драники с ними. Выгоп. Ждем реакцию, ребят, ждем реакцию. Нет, на самом деле это очень вкусно. Жирно и очень вкусно. Вот мне нравится, от меня респекторс. Если вдруг вы хотите поесть драников в Индии, то в China Bowls. China Balls, рекламируем China Balls. А, ребята, я хочу вам сказать только одно. Я хочу, чтобы весь мир знал, я наевся. Дядя Арсен, значит, приготовил отлично. Вкусная лазанья, вкусные драники. Сань, что скажешь, вкусно тебе было? Вообще просто пушечно. Пушечно, вот. Ребята, а вы что скажете? Было офигенно. Дядя Арсен топ. Дядя Арсен топ. Say hello this YouTube. Мы приехали на чемпионат Морджима по футболу. Да, все пришли посмотреть на этот челлендж. Аутентичненько, да, мы сейчас так? Ты что снимаешь? Флаг зеленый, белый конь, Томь, наша Томь. Вперед, 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 Локомотив Москва. Вперед, 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 Локомотив Москва. Сегодня без кричалок, ребят, я... Сегодня супер спокойный, вежливый, добрый. Мы на футбол пришли, вот. Играет Калангут и Морджон. А это товарищеская вот встреча или нет? Нет, это пропало. Смотри, смотри, смотри. Вот это таракан King Size. А, вот такая красота. Олег с Катей сегодня уехали в Мумбай, улетели утром. К Эдику скоро приедет подруга. А я как детеныш в детском лагере, к которому никто не приехал. Вот. Сейчас мы едем на рынок, ночной рынок. А на карту посмотреть, не снимать, я не держусь. И это вау, ты правильно едешь, все четко. Так мы подъезжаем к футбольному полю Аншуны. Сейчас пойдем на ночной базар. Парковочка вообще полная. Людей очень много. Надо искать. Вон место для скутеров слева. Дальше давай в конце, чтобы идти поменьше. Приехали на ночной рынок, ночной базар. Вот заходим, тут играет музыка уже, такое пати нормальное. Друзья, ну что, подходим уже к торговым рядам. Вот, будем проверять, что вообще тут продают. Давайте посмотрим. Рынок на самом деле довольно немаленький. Вот, очень много всего продают, это разные элементы одежды, декора, вот, кошельки, имя на рисе, пожалуйста. Не знаю, что это значит, какое-то имя на рисе. Ну, Люка, спеть. Разные чаи.
чай, специи. Почем чай? How much? It's for YouTube, for YouTube. Say hello, say hello. 2 rupees gram. 2 rupees. 2 rupees gram. How you, what do you have? Green tea, black tea, черный, black. Я, короче, ходил, пока выбирал чай. Я купил себе со вкусом ананаса черный чай. И что делает Миша? Он залез на эту башню и что-то там уже снимает. Что-то там уже снимает для вас, какой-то контентик интересный. Русский, который купил, это намацкая духи ароматы, natural индийский. Давай попробуем, как пахнет. Попахнет. Стронг. Так хорошо индийский масло духи. Но это не вкусно, вот этот не вкусно. Это одеколон пахнет, одеколон. Это джерива. Джерива? Это джерива. Ну так. А есть свежий, фреш. Фреш. Ну, на самом деле так себе тоже вкус. Ребята, если будете, заходите, посмотрите вкус. Может, поехать реально, можно с чего-нибудь выбрать, но аккуратненько. Так, ребята, ну что, мы, значит, нашли Hot Wish Spa Massage. Да. Я брат из YouTube, как его зовут? Сайдулла. Сайдулла этого парня зовут, вот, он продает, получается, услугу массаж. На массаж ног. Вот, это маленькие рыбки, получается, какие-то, и дети вот, или какие-то люди, это что-то же, походу, ну, пиявки какие-то, не, хотя рыбки. И они, получается, у тебя... What language you are speaking? Russian, bro. Russian? Yes. Так, ребят, и получается, что эти рыбки у нас делают массаж, поджирают вам пяточки и, короче, делают массаж. Я сам пробовать не хочу, но приедете, если вот на рынке, то можно вот такую вот увидеть тут красоту. How much cost in massage? 120 minutes. 120 minutes. 100. 20 минут. Okay. Получается 100 рупий за 20 минут такого массажа. В принципе, мне кажется, довольно дешево. Друзья, что у нас тут? Это свежий попкорн. Вот, вот в таком форматике он происходит. Насыпает кукурузу вот в отсек. И она взрывается, потом его посыпают какими-то вкусняшками или чем-то еще. Вот, Kings Counter. Давайте посмотрим, что еще есть в этом фудкорте. Вот так он выглядит. Прям как в Атриуме в Москве. Московский Атриум, пожалуйста, здесь. Тут продают какие-то лепешки. И это что-то с мясом, наверное. Так как это не веганская или не веганская тема, я даже не знаю. Фрешики. Вот, тату-центр. Тут у нас... милкшейки, свежевыжатые соки, чай, кофе. Вот, все по 100 рупий. Ну, кстати, не сильно-то и дешево. Такая там в деревне у нас и по 60, по 70 можно найти. Так, что-то рыба. Я просто не ем рыбу, поэтому не хочу даже подходить. А так там ее вот тут разделывают прям. И здесь жарят. Есть колбаски, рыба. По-моему, даже есть печеная картошка в фольге. Вот. А пончики здесь. Были, но закончились. Привет, я подошел к стенду с пледами или что это такое, какие-то очень красивые такие вещи. Вот ребята продают. Hey bro, how are you? How are your name? My name Arjun. Вот, они продают, ребята, примерно очень красивые такие штуки. Это, скорее всего, все ручной работы. Вот. How cost one item? All different price. All different price. All different price. Cost or high? Tell me cost, low cost or high cost? Low cost or high cost? It depends on like, it started from 1,000, 2,000, 3,000. 1,000, 2,000, 3,000. Вот 1-2 тысячи рупий можно купить себе вот такое покрывало или плед. Вот, можете у бабушки на стену повесить, если хотите. Я купил чай черный с вкусом ананаса. Где-то, уже забыл сколько, 60 или 40 грамм. За тоже 60 рупий. И очки для езды, они прозрачные, чтобы ночью ездить и не попадало ничего в глаза, за 99 рупий. А вот, пожалуйста, Мишаня.
Вот он тоже. Мы уже двигаемся в сторону парковки. И с покупками уже будем возвращаться в наш родной. Можем ехать, кстати, от той точки, откуда мы выехали. Где-то минут, наверное, 25-30 на байке. Вот. О, ребята, смотрите, какая красота. Мы познакомились с индийским блогером. Рамес Бай Джорда. Рамес Бай Джорда. Рамес Бай Джорда. Еее. Он тоже снимает ночной базар. Support me, bro. This very nice vlogger. This all... Hindi, Hindi. Bhai ko support kariye. Bhai bahut acha vlog bana rahe hai. All India pura travel karke pura vlog shoot karke bana rahe. So please support this brother. Thank you. Namaskar. Namaskar. Как дела? Вообще отлично. Спидометр не работает, ничего не работает. Еду просто по наитию. Опасный индийский трафик, это серьезно. Особенно ночью, ребята. Очень аккуратно нужно ездить. Тем более вдвоем с пассажиром. Поэтому не думайте только не о своей жизни, а о жизни пассажира тоже. И очень внимательно за дорогой. Careful, careful, my friend. Надеюсь, вы скучали. Я не увидел много комментариев под выпуском, что, блин, вы такие классные. Давайте больше снимать. Ну, я тоже, кстати, расстроился по этому поводу. Копченый и прозрачный. Копченый и прозрачный. Копченый и прозрачный. Пом!